Всем привет! Я так люблю. So fresh! Собирать SkyTalk. Обожаю. Ты будешь смотреть SkyTalk? Да, конечно, миллионы раз. Мы выходим из SkyWalk. Это Иркижан! Наконец-то поиграем. Ну да, человеческий фактор, типа нормально. После тенниса. Мы классно поиграли. Да. Экжан классно играет. Нас помнил, как играть в теннис. Его нет звонка, и снова ночь без сна. На дворе весна, а ты сидишь одна. Мне кажется, любовь давно уже ушла. И будет глупо тебе верить чудеса. Твои красивые глаза и на щеках слеза. Ты должна понять, из-за него так нельзя. Этот парень не оценит, а между вами вдруг произошло, начинали. Ты расхулян, все не то, но ты его ни в чем не вини. Просто прости, улыбнись, отпусти. Не надо держать его, ты пойми. Он не тот, разбежит от любви. Ты его ни в чем не вини. Просто прости, отпусти. This is Sandra, and she just gave me the most valuable advice ever. Can you please? Yeah, so just stay true to yourself and listen to your sixth sense. So just remember what your sixth sense dictates you. If you want to go to sleep, go to sleep. If you want to go outside this university, go outside the university. If you want to party, just go party. And about burning out, I told you, right? When you don't feel like there's energy, you told me to... So take, just take it easy. Just take a day off. Yeah, just take the day off if you don't want to do anything at all. And spend the day with, like, on your own. Yeah, on your own. Just, like, reflecting. Some people think that Germany might... Вот он, скажи привет. Привет. Ты покрытый этой грязью через год. Во рту так я закрылся. Он нереально вкусно пахнет. Сосан, мы сейчас их изучили, моя студентка говорит... В общем, да, хотела передать привет еще своему другу Султану. Мне очень тепло на душе, знаю, что у тебя сейчас все хорошо. Это песня, которую мы вчера с тобой слушали, и потом она была в клубе, просто шикарно. Теперь это будет связано с тобой. Спасибо тебе за тебя, за то, что ты есть. И спасибо всем людям, которые есть в моей жизни. Мы классные все, мы молодые и красивые. Я хотела сказать узкоглазые, потому что нас так в Москве обозвали. Молодые и узкоглазые.
Мы сегодня на пиано-концерте нашего замечательного казанского пианиста, который, правда, живет в Америке и там играет. В общем, его зовут Тимиржан Иржанов. У него очень созвучное имя. И наверху очень красиво. Я весь тот семестр, когда ходила на концерты разные, ну, спонтанно в основном так получалось, что говорю, типа, спонтанно и пойду одна. А обычно кого-то называют, там, кого-то выпустить не может, человек или заставляет, или неохотно. Всем привет! Мы снова сейчас на Netflix. Вообще, наше впечатление so far было очень интересно. Highlights. Какие? Ну, первый топ про правоохранение мне очень понравилось. И второе про экологию, там, про пакистанский устюрт. Очень классно. Очень познавательно. Даже не знала, что там разновидности таких животных. Да? Да, ну ты гепард, что она сказала, да, заметили даже. Блин, песня классная, обожаю ее. Это, по-моему, как? Мне просто она сказала, что участвовали в общественных слушаниях, да. Типа, интересовались, потому что все это в открытом доступе же, по идее. А больше бы неравнодушных людей. Классная тоже, классный спич был. А вот первое, что тебе понравилось в первом токе, вот, про здравоохранение? Такой прям... Волнуется реально человек про нынешние проблемы здравоохранения. Да. Всемирные вот эти заболевания. И быть готовым, например, даже к... Заболеваешь, нет. Да. Да, он тоже классный мужик, интересный. Видно было, что он с чувством этот, то есть он такой опытный. Блин, ну я сейчас заплачу, друзья. Не за тока. Песня сейчас звучит на фоне, и я вспомнила, я эту песню слушала в прошлом году рано утром, ну, дома, короче, по Алмате. Я слушала ее, и просто так атмосферно было. И я заплачу, потому что я хочу вернуться в детство. Хочу вернуться в детство. Ладно, это... Люби меня, люби. Не исчезай. Не исчезай. Я умоляю. Окей. В общем, очередной день, очередной крутой день. Боже, какой же это кайф все-таки принимать жизнь как есть и просто плыть по течению. И еще, я вот поэкспериментировала вчера весь день, это такой кайф. Мне что-то не получается, ты опаздываешь или что-то тебе не нравится. Ты просто это принимаешь банально, знаю, да, мы это все об этом говорим, но и как-то жить реально легче, дышится легче, просто принять, окей. Банальный пример, я там вот не успела подготовиться я к пиано-уроку, ну ни хрена я не делала, то есть ну не получилось, не успела, окей. Боже мой. Наверное, уже как-то доходит до такого момента, когда ты устаешь уже себя гнобить, винить, а я это люблю, поэтому просто принять, и это такое облегчение в голове как-то. Хотя, может, это валерьянка действует, я возобновила... валерьянку, поэтому who knows. Когда заходишь в эти лифты, тут, короче, они просто логово комаров. Всюду комары, ты как в ловушке. Они такие еще большие и дикие, и типа наглые. Саня, я ненавижу комаров. Окей. Я стараюсь никогда не хлопать дверью. Типа, ты же можешь ее придержать. Ну ладно, иногда не получается. Thank you.
Короче, я все равно чувствую комаров, несмотря на то, что достаточно прохладно, но приятно прохладно. Но эти твари, извиняюсь, до сих пор не вымирают, не уходят. Только что пробежала женщина, вот. Девушка, извиняюсь. Пробежка у нее вечерняя. Я как раз только возобновила тренировки перед тем, как мне удалили эти долбанные зубы мудрости. И теперь мне нельзя заниматься вообще никакой физической активностью. Ну, типа, недели две сказали. Shit, это просто вот всегда так, вот просто всегда. То есть я только начну, только я захочу, типа, стать человеком, и... Да, вам бог, что... это же армейская фигня, нет. О, это лучше уже, вот это круче. Да, и... Да, давайте просто все эти такие, которые ты умеешь. Это же бабу, типа, так круто. Нет, вдохновение и муза, это я тоже. Давай. Пока. 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 Не хочется плакать, но это необходимо. Ты размажешь души, опусти. Afraid of explicitly telling what I'm struggling with. Astana sky, like the sky is always like the only highlight here. Also taking into account that I've been stuck in a building for a couple of hours now working on my thesis, so было видно. Всем привет моим подписчикам. Мы сидим. А прикиньте, реально такие влоги, да, были? Мира, я не беру вот этот последний абзац, он твой, окей? Почему ты не берешь его? Потому что он твой. Тупо мой. Потому что он. I'm ready. Потому что начало-то у тебя. Начало у Аиды. Тупо, короче, мы сидим. Cheers. Это моему будущему парню. Узнал, как я провожу свои времена. Как я проводила свои времена. Без тебя, да? Мира, да, вот да. Этот абзац твой же, да? Хади, подожди, не don't ruin my vibe. Скажи что-нибудь классное. Кому это, Анари? Да. Ну, не моему мужу. Анара, мы скучаем. Это не Анари. Это для... В общем, человек, если ты смотришь это видео, значит, ты уже женатый на этой прекрасной женщине. И без тебя очень плохо, вот. Она скучает. Она скучает по тебе, не знаю, ты незнакомец. Она уже не может без ты тебя. Ты где-то ходишь. Возвращайся поскорее. Это просто очень awkward звучит, ладно. Но я получился бесплатный кофе. Это I like all the day, просто. Лояльная карта, 6 кофе покупала, и вот это просто бесплатно дали. Классно. Здар, у нас полчаса осталось. Я его уже выпила. Мудри самые мудри полезные влоги на свете. Просто топ. Я обожаю Астану. Обожаю астанинский ветер. Давай, давай, типа. Если они думают, что это все, то я вам покажу. Я иду снимать швы с... Вау. Обожаю. Швы с зубы мудрости, где там мне зашивали. Знаю, чего ждать. В общем, я выжила после удаления 2 зубов мудрости. О боже, как холодно. И это только октябрь, хотя нечему удивляться. Так что увидела с Аделем. Адель, всем привет. Если ты посмотришь какое-нибудь видео, я очень за тебя рада. И что-то погоржусь. Такой просто, не знаю, офигенный человек. Очень рада, что мы с тобой общаемся. Счастлива, что мы общаемся. И я наверняка не привыкну снимать саму себя. В общем, уже 1:00 ночи. Почти 2:00 ночи. Привет. И мы сидим. Амурат сегодня поведал, что ёжики — это тоже крысы. И моя жизнь никогда не будет прежде. Я теперь тоже ненавижу ёжиков официально просто. I'm listening to a podcast with Opera right now. Like, the talks are not complicated and the topics are relevant. Now more than ever, like, talking about all kinds of things. Listening to this... One episode with an author about talking to strangers, like, so basically saying that we all need to be more open towards each other and stuff. Opera just asked him if there is like one thing you wish you could tell like all the world leaders
said, it's okay to be wrong. Just say you blew it and then try to find better solutions and try to find better ways of dealing with, you know, with a certain problem, and can totally relate to that. Порція влогів з Рахатом. Що ти скажеш? Ну, Рахат дуже щаслив. За окном просто нереально крутая погода. Что мы делаем, Багила, это видео? Мы с ума сходим. Второй день, до 12 ночи. Нет, тогда до часу. Шабьер, мы тебя любим. Почему? Почему я на пути? Верила до конца, я верила до последнего, что бабе лето в основном все равно вернется. Потому что в прошлом году осенью было очень жарко, какие-то дни. Даже в октябре. Поэтому... О чем это говорит нам? Это говорит о том, что вера — это могущественная сила. Вера — это то, что должно давать нам надежду. И я верила, что теплая погода придет. И, как сейчас вы видите, я лоханулась, иду в зимнем свитере, когда просто нереально тепло. Анар, как вы прокомментируете эту ситуацию? Мы притянули это тепло своими. 100%, даже не обсуждается. Смотри, девушка идет в, как сказать, зимней шубке, да? Или что это у нее? Девушка Сара, я тоже так подумала, я тоже подумала, что это Сара. Да, это Сара. Это Сара. Я так и думала, что это Сара. Сара, привет. Все примеры вырезания отправят. Мне? Мы как это в столяре, в столярной. Вырезание. Ее дочки и... Типа... It's laundry day. Угадайте, кто сегодня... Да. Еще раз, типа, Dream Team? Да. Все, это было ужасно. Давайте, давайте, короче, Dream Team. Чего? Yeah, Dream Team. Раз, два, три, четыре. The Tuesday Show Club. Yeah, boy. Это было самое... Мы что делаем? О, friends. Вау. В смысле, пока. Теперь снимают. Да, да. А, кстати, я зафоловила Джинси страницу вчера. Только из-за Аиды. Зомби-ленд. На территории L.U. Я счастливый ребенок. А, ты наша новая фишка. Привет! Мэдисон. Сейчас со сфонариком. Короче, ребят, вот что сейчас мы будем вытворять. Мои два подписчика. Аида, давай. Я специально тебя освещаю. Тут уже не за что зацепиться. Да, я тебе о чем говорю. Мы сходили с ума на детской площадке. Аида and life. Да. Давай, Аида, потихоньку. Я обожаю свой шарф, он очень теплый. Сейчас где-то 3 часа ночи. Это сделай сердечко, сердечко, сердечко. Нет, большое. И, мы пришли сюда, чтобы стать умнее, чтобы научиться быть умнее. Надеемся, что мы выйдем отсюда умными. Пришли тупые. Анара, ты сегодня выглядишь прекрасно. Yeah. Прекрасные. Empowerment. Empowerment. Embracing natural. Yeah. Как бы и не украли с этой сессии. О, держи ее крепко. Шуточки за... Gives you a unique path to mastery. Persistence is more important than intelligence. Self-persistent people are gonna succeed. Are gonna... Not intelligent ones. Are you persistent? Will tell you, oh yeah, you want to quit this and you want to go off and do something, you know, that's more pleasant for you, you know, stop being an engineer and you're going to become something, you know, that's you know, that you think is easier and more pleasant. Yeah, that's what you should do. And your parents are saying, become an engineer. And who do you listen to? Remember, your friends want to make you happy. Your parents want to see you happy in the long run. And they have been through life. They know that sometimes you can just... So we have our Immigrant Citizens Association. I
se trata, ya se camina, es así. Из Монголии, из Унгарии. На данный момент в университете обучается около 50 иностранных студентов. Одна из основных целей университета — это как можно больше иностранных студентов привлекать. Но 50 иностранных студентов — это уже неплохо. I love these people so much. With my bros for life. Coming, yeah. Have you watched her vlogs? On YouTube. Mira has the moving images. So creative. What are you thinking of? Creative? Yeah. No, it's just like. But now we just realized it's been played and replayed. Это Хадиша. Я думала, ты меня кинула. Этот в лифте не поднимался телефон. Just dead inside. I should be working on my dissertation right now, but мне захотелось очень сильно поделиться своими сейчас эмоциями на данный момент. Сегодня 14 сентября 2019 года, суббота, где-то 2 часа дня. Я в который раз четко осознала, что я на самом деле очень счастливый человек, и просто внутренне, несмотря на то, что у меня очень много тараканов в голове, и несмотря на то, что... несмотря на все какие-то проблемы, тяжелые ситуации в жизни, в данный момент я понимаю, что я нахожусь в том месте, где я должна быть. Я очень счастлива быть в Астане, как бы это странно ни звучало. Не в восторге от города, но в восторге и обожаю всех друзей, которых здесь встретила. Комьюнити Назарбаев университета. Офигенные люди в университете. Просто это сообщество людей. Это то, что делает универ особенным. И мне переполняет огромное счастье сейчас, в данный момент, вчерашнего дня. И вообще в целом как-то вот... Я и в прошлом году помню об этом. Даже у меня в каком-то видео есть, типа, я говорю, что я уже скучаю по этим моментам. И я готова это еще раз повторить, что я уже скучаю по этим моментам. LGBTQ+ комьюнити. Мне очень больно от того, что у нас до сих пор... Мы до сих пор далеки от того, чтобы принимать, поддерживать и открыто говорить об этом, помогать, быть более толерантными. Но я думаю, мы на пути к этому, но, конечно... Предстоит еще нелегкий, долгий путь. Что за блори камера? Откуда же Аида эту песню знает? Она точно. Все спят сзади. Что за песня? So then I just like went. So actually, what helped me, that's how I started to walk, like in the city, because like walking then by myself, like not even with my parents, it helped me to just like focus like on myself, like what I wanted, what I needed, so, what I was hungry for. No music in the headphones, like just walking on. Just like walking, like you know. Listening to yourself, to your thoughts. Yeah, listening to your thoughts. And then like, if you want to listen to some music, then you can, at a certain point, you can just listen to music. You're very strong. So it's never music. You never listen to music or like podcasts or anything. It's just... I mean, I listen to music when I'm, you know, in my room or when I go in the bus. I listen also when walking, music. It's like you when don't... Walking, no, you prefer I don't to... Yeah, I prefer just to just like check out, like, I don't know, nature here. Like for instance here, like nature, even if people tell you, oh, it's just about step, but actually the step has different colors here. So if you go walking, you can find different shades of colors, like in the landscape. So that's why I like very much to walk and see the landscapes here. It's crazy cool. Thank you. Gracias, Sandra. Yeah, so... Это Камила. Это где за... Ничего. Тонжора торганда, бүкіл әлем.
же сыртыңнан мен таңға таңма таңға таңма Хей ғажайып сұрықтың ұқпадың ба Он, человек до сих пор не посмотрел влоги с ее участием.